Где вы были, Пьеретта? В ванной комнате. Шанель заговорила? Нет, она ничего не сказала. Что вы делали в ванной комнате? Ничего особенного. О, мадемуазель Агюстина, вы прямо героиня ваших любовных романов. Дама с камелией, разумеется. Вы не любите цветы? Да, особенно камелию. Цветок без запаха. Почему вы так подозрительно все смотрите на меня? Вот причина. Этот револьвер был в вашей сумке. Подложили, клянусь. Это легко доказать. Полиция не найдет на нем моих отпечатков. А вот вы его все трогали. Я об этом не подумала. Все, хватит. Убийца изолировал нас. Чтобы мы не вызвали полицию, нам надо выбраться из дома. Это вопрос жизни и смерти. Но ворота заперты. Полезем через забор, возьмем лестницу. Я не знаю, попробуем. Я пойду с вами. Пошли. Мама, смотри за Пьереттой. Почему вы так улыбаетесь? Жду от вас благодарности. Я же промолчала. О чем? У вас ведь есть любовник? О, любовник. Это вас удивило? Нет, не удивило. Я это давно знаю и... И я убила мужа из-за любовника. Я этого не сказала. Это слишком было бы просто. Если бы мы из-за любовников убивали своих мужей, мы бы остались одни. Потому что, как правило, это одни и те же мужчины.